Дніпропетровська область потерпає від нестачі вакцин від тих чи інших захворювань. Наразі кожного дня близько 20-30 людей обзвонюють аптеки та лікарні у пошуках вакцин від сказу, а діабетики не можуть отримати інсулін. Постійно знервовані батьки малюків. Вони ламають графіки щеплення або задорого купують вакцини у комерційних аптеках. На нібито французьких вакцинах Пентаксим люди бачать китайські ієрогліфи і задаються питанням, а чи безпечні ці препарати? Чому так сталося і як повинно бути? Про це ми поговоримо зараз із гостем нашої студії, керівником відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Наталією Шмалько. Я вас приветствую в нашей студии. Итак, главный вопрос, почему вакцины против бешенства в Украину пришли так поздно? Что помешало тому графику? Мне бы тоже хотелось знать ответ на этот вопрос, но, слава богу, я хочу сказать, что все-таки мы, да, были моменты, когда мы тоже делали перераспределение по области вакцины против бешенства, которая к нам поступала в 2014 и в 2015 году. Вакцина называлась Индирап по централизованной программе, которая нам перевезло Министерство здравоохранения. И, в общем-то, мы, собственно говоря, более-менее прожили весь этот период, хоть и в напряжении. Покупалась вакцина в Кривом Роге, они смогли купить у поставщиков. Покупала областная детская, успела купить. Ну и хочу всех порадовать и успокоить население, что мы вчера отгрузили в областной детской больнице 10,5 тысяч доз этой вакцины. В приказах вчера она уже была распределена по области, сегодня приказ ушел на территории. И, в общем-то, я так думаю, что сегодня-завтра уже территории поедут, эту вакцину заберут, и она будет на всех травмпунктах, во всех больницах, где проводится вот эта вот вакцинация против бешенства. Поэтому этой вакцины хватит практически, это 80% годовой потребности. Так что мы, слава можем Богу, да, людей. Можем все успокоиться и понимать, что при любых обстоятельствах, вот сейчас у нас было обращение одной женщины по городу Днепропетровску, вот ей 30-го нужно будет вакцинироваться. Вот она, слава Богу, все это получит. Сегодня 27-й, город Днепропетровск, сегодня-завтра все свои больницы обеспечат этой вакциной. Ну, давайте тогда продолжим эту же тематику. Как обстоят дела с поставкой других вакцин? Ведь их тоже немало, да. И наверняка есть проблемы. К сожалению, я хочу сказать, что не только жители, мамы, да, и волнующиеся про своих детей, точно так же и врачи точно так же переживают и волнуются о том, понимая, какие могут быть последствия непривитости нашего населения. Мы тоже волновались. И хочу сказать, что, конечно, последних 2 года мы практически, ну, не то что не в полном объеме, а более-менее просто частично получаем те вакцины, которые, согласно по календарю щеплень, должны быть у нас в течение всего года, и мы должны планово выполнять всю эту профилактическую работу по иммунизации детей. Что сказать, вакцины закупаются исключительно Министерством здравоохранения за бюджетные деньги, согласно общей государственной программе по защите населения от инфекционных заболеваний. Программа 2009-2015 года. Ну, на этот год как бы мы уже подали тоже заявку. Я скажу, заявка прошлого года составила на 48 миллионов гривен. Это потребность нашей области, ну, практически 100%. И потребность этого года мы уже тоже отправили в министерство вот в июле месяце, тоже составляет 49 миллионов гривен. Что на сегодня? Привито наше детское население исключительно только против полиомиелита, которая была кампания массовой иммунизации зимой. Мы 100% получили, конечно, потребность этой вакцины. И хочу сказать, в общем-то, и благодарность родителям, которые действительно восприняли это адекватно и нормально, да, и воспользовались ситуацией при полном отсутствии вообще вакцин, прийти и привить, и защитить своих детей, создать массовый иммунитет нашей области все-таки от этого грозного заболевания. То есть все остальное можно считать провальным, кроме полиомиелита? Ну, практически да. Значит, были все равно, ну, не в полном объеме, но, в общем-то, были у нас вакцины против кори, паротита, краснухи, и на сегодня есть, я скажу даже, вот что есть на сегодня. Сегодня привезено
в июне, в июле пентоксим, который составляет 30% от потребности. То есть, ну, это за 2 года дети не прививались, да, то есть какая очередь уже создалась. Дальше у нас есть против гепатита вакцина, ее привезли практически тоже на 20% от потребности. У нас есть гемофильная инфекция, ну, это вакцины против гемофильной инфекции, ее порядка 60%, поэтому тут есть чем работать. Ну, и вот поставлена вакцина от бешенства. Вот я сегодня просматривала сайт министерства, они опубликовали вот 27 июля, что в первой декаде августа на Украину будет поставлена вакцина АКДС, и дальше что она на территории зайдется, в каком количестве только нам ее дадут, пока, в общем, мы пока не знаем, да, то есть согласно, это будет вакцина для профилактики дифтерии и правца. Это бешенство, да, у взрослых уже, которые мы тоже давным-давно не видели. И согласно каждых 10 лет все-таки взрослое население должно тоже поддерживать свой иммунный статус и все-таки прививаться. Будет бивалентная вот эта полиовакцина новая, на которую перешел весь мир. Да, мы закончили трехвалентная, теперь будет двухвалентная. И часть гепатитной вакцины, то есть, будет доставлена. И вот нам обещают, что все-таки придет 2,5 миллиона доз вакцины БЦЖ. Это для всей страны. Тоже сколько дадут на область. Ну, с нетерпением, конечно, ждем больше эту вакцину. Потому что, ну, смертность и заболеваемость от туберкулеза всего населения, да. Да, нашей страны, и в том числе нашей области, оно, конечно, ужасающее. Да, да. Давайте еще раз вернемся к пентоксиму, о котором вы сказали. Да. Ну вот ходят упорные слухи, в том числе и через интернет, что он не французский, а китайский. И если это так, то могут ли родители доверять, или это что-то другое? Вы знаете, ну, в интернете пишут много. Я хочу сказать, что есть официальные сайты Министерства здравоохранения. Мы, кстати, всегда, даже вот когда к нам приезжали, тут же ЮНИСЕФ, мы очень, ну, плотно сотрудничаем в разных направлениях. И по тренингам обучающим, в общем-то, и по поводу вот этого же кампании, этой массовой иммунизации против полимелита, которую тоже хотели сорвать, да, но, слава богу, услышали все-таки медицинские работники, общественность, да, и все-таки наша область, последний тур у нас на 82% мы охватили, и примерно где-то 60% детей, которые получили трехразово именно, но все-таки мы по сравнению там с другими областями Украины, в общем-то, в первой там десятке по все-таки выполнению вот этой задачи, и это действительно, это хорошо, потому что такая кампания была в 90-х годах. И не дай бог мы доживем до той трагедии, когда была дифтерия, когда умирали у нас более до 70 пациентов, тогда умерло взрослых и детей. И мы же понимаем, да, и непривитость сегодняшнего населения, это тоже чем угрожает. Пентоксим – это вакцина, которая содержит компоненты, в том числе и от дифтерии. Коклюша, столбняка, гемофильной инфекции и полиомиелита. Вот если взять эти компоненты, да, то есть мы понимаем, что такое дифтерия. И мы сегодня, многие страны мира, в том числе и Европы, живут, переживают эпидемию коклюша. Я хочу сказать, в нашей области ее тоже очень много. И у нас даже, к сожалению, есть смертные случаи детей до года, которые не пережили эту инфекцию. Приносят эту инфекцию взрослые, да, а детки – это тяжелейшая пневмония, поражение нервной системы, и ребенок, ну, к сожалению, такие случаи у нас тоже присутствуют. Это апелляция к тем, кто начинает что-то придумывать и рассказывать против вакцинации. Что хочу сказать по поводу качества вакцины. Ну, учитывая, если министерство задекларировало, что вакцину на территорию страны завозит общественная организация, в том числе ЮНИСЕФ, которая свой имидж, извините, не будет спекулировать своим имиджем, и которая закупает на все страны Европы, и это не голословно, это можно тоже зайти на сайты МОЗа, на сайты самого ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения, да, и прочитать, как происходит, это все опубликовано, это ж не этот. И та вакцина, которая капелька сегодня завесена на территорию Украины всей страны и имеет сертификаты качества европейского стандарта, то, вы знаете, разговаривать о том, что да, на флакончике есть надпись Sanofi Pasteur компания, и есть из чего сделаны компоненты вакцины на нескольких языках, которые, извините, ну, наверное, ж это может быть французский язык, да, кто там, голландский язык, английский язык, и китайские иероглифы там тоже написаны. Потому что она поставляется, я так понимаю, в Китае дети тоже прививаются. То поэтому панически, да, ведется, значит, на все лекарственные препараты, в том числе на иммунобиологические, ведется дозор.
то все побочные действия обязательно фиксируются и отправляются в центр, ну, в данном случае, иммунобиологических препаратов. То есть все вакцины имеют, это прописано в приказах действующих, это никто не скрывает, как так называемые по-украински, на специфичные подии после иммунизации. Это все, что может с человеком, с ребенком в данном случае произойти в поствакцинальный период. Когда приходит мама с ребенком на вакцинацию, ей дают заполнять специальную форму, и в котором она, во-первых, пишет о состоянии здоровья своего ребенка. Она расписывается о том, что ей рассказали, что, от чего вакцинируют ее ребенка. Что ли, как любой лекарственный препарат, в том числе и вакцина, имеет какие-то побочные действия, которые могут проявиться так-то. И они не могут проявиться там насморком, да, там, или менингитом, или еще какой-то. Да? То есть они все прописаны. Плюс есть еще инструкция к данному вакцинальному препарату, которая индивидуально еще, потому что фирма-изготовитель тоже, она там шире, чем в приказе, тоже могут прописаны быть как противопоказания, так и как бы... дозировка, как она вводится, ну, какие-то особенности вот к этому препарату. И поствакцинальные, те же, какие могут возникнуть осложнения или реакции. И когда возникают все эти реакции, отмечаются в обязательной форме, потому что вдруг какая-то реакция, ну, неадекватная у ребенка, да, то у него дальше он входит в группу потом противопоказаний вообще к вакцинации. Это анафилаксия там возникшая, да, что-то может быть. Или сильная общая реакция, тогда ребенка могут готовить к следующей вакцинации. То есть это голословно так не делается. И я думаю, если бы такие факты скрывались, то родители бы, ну, об этом писали бы. Сейчас, ну, информационное поле, пожалуйста, горячие линии очень много, да. Но я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча. То есть все это не скрывается, все это фиксируется, да, и я хочу сказать, что те вакцины, которые сегодня на рынке, в нашем, украинском, все это импортные вакцины, и где разница, они сделались, там, может быть, в Индии, там, ну, на территории каких государств, ну, фирма-производитель, вот она, там, Sanofi Pasteur, то есть даются данные о побочных действиях, и они не превышают те данные, которые были там 5 лет или 10 лет назад, когда были украинские вакцины украинского производства. Ну, я надеюсь, что благодаря нашему сегодняшнему эфиру мы приоткрыли тайну или завесу. Да, завесу, да, информацию, да. Что у нас вообще, какое состояние дел по вакцинации. Спасибо, что нашли возможность и оказались у нас. Наши двери открыты, приходите, информируйте. Спасибо, я хочу воспользоваться маленькой такой информацией. Конечно, все-таки родителям доверять достоверным источникам информации, спрашивать это все у своих лечащих врачей. У нас есть медицинская академия Днепропетровская, есть, ну, как профессорско-выкладательский состав, да, таких действительно с именем ученых, к которым можно обращаться и спросить все свои вот вопросы, что вы, о чем переживаются. И, конечно, доверять. И, конечно, вакцинировать детей. За бесплатные, да, государственные поставки. Кто есть возможность, это не, это урегулировано законодательством, это не запрещено. Если есть, как у нас там частные сейчас там учреждения здравоохранения, которые имеют сертификаты и лицензии на вакцинацию, пожалуйста, и они сами покупают эту вакцину на рынке с сертификатами, там тоже можно прививаться. Дякую, что знайшли змогу и завітали до нас. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу була керівник відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Наталя Шмалько. Пильнуйте себе і до зустрічі у четвер ввечері.